Природа – наше богатство. Луга, леса, поля, степи. Наша земля кормит нас, дает возможность для жизни и роста. Но нам нужно больше. Все больше природных ресурсов. Что будет после нас? Что нам делать, чтобы передать нашим детям живую планету? Сделать можно многое. Мы уже начали двигаться в этом направлении. Сейчас мы внедряем проекты экорационального развития агробизнеса вместе с компанией Сингента. Проект «Здоровье почвы» поможет не только сохранить, но и восстановить ее плодородный слой, снизить деградацию, повысить почвенное плодородие и биоразнообразие. Вести агробизнес этично к окружающей среде может быть выгодно. Сама природа помогает получать высокие урожаи, способствует повышению урожайности и увеличению популяции насекомых энтомофагов. Правильное и рациональное применение средств защиты растений сохраняет природу и здоровье сотрудников. Ответственный агробизнес – это прибыльно. Заботясь о природных ресурсах, мы из года в год обеспечиваем себе высокий урожай. И через десятки лет земля будет приносить пользу нашим детям. Экорациональное развитие агробизнеса – это высокая прибыль при бережном отношении к природе –